всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы решили записать первую серию VR-чат. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Ну что, Димон, это что за зайчишка у нас тут? Как у тебя дела? Димон, что вообще в этой игре надо делать? Нормально. Веселиться, разговаривать, угорать. Просто ходишь, общаешься так с людьми, да, просто и все? О, смотри, там Веном, Димас, смотри. Пошли его посмотрим на этого челика. Это Веном. Веном. Пойдем к Веному. Веном, покажи фокус. А чё он... Он пьяный. Смотрите, ребята, видите? Смотри, сразу видно, что-то с Веноном... с Веноном не то. Хорошо. Это уже не... Веном не... уже не тот, Димас. А где-то мы находимся вообще? В каком? В дворе. Вот, о, робот. Побежал. Я робот Робоко. Так, я его боюсь, он очень страшный. Тихо, ты чё? Ты чё на меня идёшь, отвали. Поехали. Где-то лолик, который... О, Димон, а ты чётко катайся. И он тоже хочет сесть, а Дима куда? Садись. Димон, а сколько здесь миров? О, их тут, ты не знаю, тысячи. Тысячи миров? Даже если мы будем каждый день записывать по 5-6 миров, мы всё равно все не запишем? Да, пойдём. Блин, ребята, это круто. О, там кто-то летает. Это же VR-чат, так что тут можно делать, Димас, что хочешь. И здесь можно... есть пиццерия FNAF, еще скажи. Да, есть. А я... Давай когда-нибудь... Давай в этой серии посмотрим. Поиграем. Мячик поиграем. Так, давай. В теннис. Че? О, ты... О! О, я бабуся, я вижу себя. Дима, не меняй, пожалуйста. Где ты взял этот скин? Вот он, смотри, вот он. Все, Димон, давай вместе будем. Бери. Блин, ребята, я такого не ожидал. Ого! Блин, я угораю, у меня живот болит. Давай будем голуби в кепках, короче, гопни, голуби-гопники. Блин, я не могу удержаться, пошли. Пойдем. Кто у нас тут деловые мужики идут? Кто это придумал, ему надо респект, вообще его жуха. Короче, погнали за битами. Пошли. Это, короче, наш район, Димас, теперь это наш район. На биту тебе держи. Кстати, ты какую-то трубку куришь или что это такое? Ты тоже. На, взял биту? Возьми биту. Стой. Есть, взял. Только я как-то взял так криво. Ладно, сейчас подожди, вот так возьму. Погнали. Во. Пойдем, Димас, порядки наводить. Пойдем, сейчас, короче, будем угорать над всеми. Голуби с битами. А что это за челик такой? Морж какой-то, что это такое? Кто у нас тут такой умный? Это наш район, что не видно, что ли? Вон, мы тут двое. Это наш район. На, битая по голове, смотри, не? Смотри на кролик, он так вылупился, как первый. Смотри на кролика. Вон в шоке просто, он такого еще не видел. Блин, тут так важно веселиться. Иди на крышу. На крышу иди командуй. На крышу иди командуй. А ты что командуешь, а? На тебе по башке, на. Да меня на качелях качали, блядь. А ты где пропал? Я вот хожу возле тебя, смотрю, как ты его битой бьешь, Венома. Голубь в кепке, гопник бьет Венома. Прикольно. А зайчик... О, так анимация рта есть? Ого. Что это было? Ясненько. У тебя варенье потекло. О, я сижу. У тебя варенье. Сейчас у тебя варенье. Гопники сидят, семки лускаем, Димон. Ну что, кто у нас тут? Я просто вейпер, не обращайте внимания. Сейчас, надо это... Да-да. Ты не шевелись. Сиги, да, Димон, курим сидел? На. У тебя дым есть, анимация дыма? О, ну я чуть-чуть тут это... Да, голод! Смотри, помощь там. Что это? Что это такое? Ты не видел этот мультик? Нет, что это? Ребята, кто видел этот мультик, напишите в комментариях название. Это что за покемон? Рик и Морти серия. Там, где он за огурца играл. Пойдем, Димас, еще аватара посмотрим, каким там еще есть. Давай пойдем посмотрим. Пошли. Там просто их целое колонище, надо посмотреть. Мне голуби нравятся, гопники, прикольно. Так. О, Димас, это из сталкера, короче, Сидорович, или как его?
Помнишь его, да? Сейчас грузится, грузится. Ну-ка, я сейчас гляну на тебя. Как я смотрюсь? Ого! У него такой пузатый мужик вообще. Пузатый мужик? А я, Димас, вот таким буду. Смотри на меня, смотри, классный я. Это кот, что ли? Да я тоже возьму. Блин, где ты такие угарные постоянно скины берешь? Вот они, бобс. Дима, сейчас ты будешь угорать, смотри. Сейчас, сейчас, сейчас. О! Что это? Бабка накрученная. Че с тобой? Я кот, все не нормально? Трогай меня. Так. Дима, смотри, кого я. Нормально. Дима, ты мужик, а у тебя на корточках гопник сидит. С фингалом под глазом. Такого же, возьми. Дай хоть посмотрю. Да, давай, давай. Вот он. Возьми, возьми, я хоть гляну, что это такое. Это, знаешь, типа шестерка внизу. Да-да-да-да-да. Так. Вот это. О, так это мужик. Ты помнишь этого с Ютуба? О, просто мужик. Ого, ты в кипарике такой, знаешь, как арбузы. Тебе надо, Димас, арбузики не продавать. Нормально, а ты возьми его. Короче, человек-продавщик арбузов. Воу, Димон, круто! Ого. Графон классный! О, все, отлично! Правой кнопкой мыши его бросить. Так. Вот, присядь. На S нажми. И теперь бери его. А теперь встань. Во, вставай. Димончик, вот это ты молодец! Во, пойдем. Музыка, конечно, здесь молодец. Крутая, как во всех пиццериях, оригинальная. Ого, вот они, вот они! Вот они, аниматроники. Блин. Ой-ой-ой. Чё? Шкатулка. Тенько. Все как и есть. Все по канону сделано. Вот, а вот это уже нет. Это. А, не, да. Балунбой стоит там. Марионетка, мангал вон тут. Ой, она какие-то звуки издает. Блин, представляешь, в VR поиграть, как это все будет очково здесь играть. О, ребята, давайте, если вы насобираете много лайков, мы здесь прятки еще запишем. Да, кстати, было бы прикольно, может даже с подписчиками. VR-чат, он бесплатный, так что, ребята, устанавливайте, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, будем вместе здесь лупиться. Да. Так, я за тобой. Так, во-во, смотри, там чайка отдыхает. Блин, большая о, карта. О, господи, тут пати, Димас, тут пати вообще. А, они бухали здесь и валяются. Это мастерская. Мастерская, да. Чинят их, наверное, тут. Так, давай по комнаткам еще побродим, походим. Так. Пошли. Так, здесь просто столики. Такие прикольненькие. Тут... А ну, кнопки меня, короче, работают? Поглотила эта штука. Сейчас мы, Димас, выберемся. О, работают. Смотри, тут даже кнопки работают. Четко. Да. А, здесь нету кнопки. Я сейчас заново тебе телепортируюсь. Я тут подгружается, грузится и... Ого, я прям в руки взял. А, я могу на голову его одевать, ничего себе. То есть показывает, что ты там не один находишься, от вас трое человек. Да, я никого не вижу. Может, ты вот чувак появляется какой-то. Это я. О, а, еще что? Аниматроник, смотри, смотри. Воу! Ого. Ребята, так здесь, значит, можно за аниматроника играть. Смотри, как он рукой он делает. Он с VR, Димас, он с джойстиками. Hello. Hello. Слышишь голос его крутой? Who is who? Он точно с VR играет? Да, смотри, он, видишь, руками раздвигает. Так нельзя вообще-то делать даже человеку обычно. Смотри, смотри, видишь, пальцами показывает. Он нас зовет. Подойди ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой! Не ешь нас, не ешь! Я за ним, Димон, бегу! Я хочу фонарик взять. Блин, классно, с VR пацаны играют. Он исчез. А, вот он! А. Не ешь меня. Ого, он шустрый. Блин, а что это за аниматроник? Это... Он фонарик у меня забрал, Димон! Тупо вот руку здесь протянул и забрал фонарик. Пойдем, вот пойдем вор. Вместе, пойдем, у меня фонарик есть. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Он сейчас и твой украдет. Он выбросил фонарик. Вон он в мастерскую зашел. Я не знал, что так можно забирать фонарик. Он где-то здесь. Классно в потолок светит. Он исчез, Димас, куда-то.
Ой, я его сейчас фонарик вот так положу, чтобы было видно. Сейчас, 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 сейчас. Где он? Вон он сзади! Он сзади, Дебас, беги! Это аниматроник, самый настоящий. Ребята, мы его даже не звали, мы просто... Он сам пришел, да. Бегали, бегали. Нашли. Ой, я вот так положу фонарик, мы будем проход видеть. Так, где... Где ты? Алло, кто ты такой? Ты кто? Может, я сюда пошел? Блин, тут музыка еще такая стрёмная. Блин, я не пойду без фонарика, я тут постою. Он где-то прячется. Он прячется. А где, может, он в туалет пошел? Тут туалет, блин, очень маленький. Ребята, мы нашли сейчас реального аниматроника. Слышал его голос, Димас? Да. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!